Всем привет, ну что, все-таки я решился на прокачку исцеления на моей тыковке на Китае и попробовать, что будет действительно лучше на одном герое, чтобы уже точно знать, имба не имба. Но опять же, у нас здесь приспешник стоит, поэтому тест будет плюс-минус точным, не точным, но зато это будет один герой одинаково. Так, у нас тут стоит утекание на архидемона. Нам архидемона все равно еще рановато этого бить. Побежали. Использовать. Окей. Заменить. Есть. Вот на обычном плюс 38 и 50 к отхилу. Так, сразу улучшаем на восьмерочку. Есть 100 и 100, 100% к набору энергии, 100% к набору, точнее 100% к отхилу. Вот так вот у нас оно все выглядит четенько, либо так, либо вот так. Ну что, поехали, потестим. Давайте так изначально в рейдах посмотрим, что у нас получится. То есть тут, пока мы добежали, мы уже заряжены. Это однозначно плюс. Делаем вторую сборку. Сразу видите, один раз ударило. Пока добежит. То есть тут разгона такого моментального, как там, нету. Это при условии, что вы бегаете далеко. То есть на подземках все-таки воодушевление будет круче. Но это опять же, это в зависимости от того, как вы разгоните тыкву. Как она зацепится, сколько зданий будет рядом. Так, хорошо. Побежали дальше. Ставим обратно. Идем в жестокие подземки. Так, жестокая. Вот кидаем отсюда ее. Смотрим по времени, что у нас получится вообще. То есть плюс-минус у нас тут уже одинаковый будет тест. Вот она бежит, она уже заряженная к следующей цели. Так, пиромага нашего слили. О, 33 секунды на все ушло. Идем дальше. Исцеление. Делаем то же самое. Выпустили. Ну, однозначно. А тут однозначно. Мы проигрываем по времени. Это в таком исполнении, что вы будете бегать по подземкам, то есть доставать цели. Но это, скажем так, это тест ни о чем. Я просто тестирую, чтобы вы понимали разницу воодушевления и исцеления либо другого таланта, чем воодушевление круче. Так, теперь идем в мою любимую кошмарку. Ставим ей ремочку. Есть. На ворожея возвращаем. Так. Есть, да?
все. Магия есть. Идем в подземку. Точнее, в кошмарку идем. 7-5. Окей. И смотрим на разгон. Вот у нас разгон. Ну, вроде разгон есть. Это воодушевление было. Ставим исцеление. Так, у меня тут не открыт еще. К сожалению, двое суток. Так, есть. А, кстати, у нас есть архидемон. Мы потестируем сейчас еще и на архидемоне. Это очень хорошо. Вторая наша тыковка. Делаем все то же самое. Смотрим разгон тут. Ну, честно скажу, 98%. Одна башенка. Как-то не знаю, то ли мне показалось, то ли все-таки действительно разгон на одной цели быстрее был. Сейчас еще тест. Возможно, ребят, даже в таком исполнении она будет все-таки круче, чем воодушевление. Это будет реально жесть. Так. Еще разок. Да, это жесть, что она вот как-то аж прям забегают. И один Анубис остался. А мы с той тыквой их не сливали. Чего они хотят сказать, что это действительно тыковка быстрее разгоняет? Да ну нафиг. Я в шоке буду. Я уже, честно говоря, в шоке с того, что делается сейчас. Так, это немножко не та подземка. Вот она, побежали опять. Смотрим. Это, конечно, может быть совпадение, но хрен его знает. Эти совпадения. Ну, сейчас мы Анубиса не слили. Так, еще. Надо еще, еще, еще. Так, есть. Бежали опять тестить. Но сколько я бегал, я Анубиса еще не сливал с воодушевлением. А тут уже Анубис сливался. Да нет, это что-то реально вон. Они аж забегают туда к ним. Ну-ка, давайте теперь воодушевление попробуем. Опять же, точный тест покажет только архидемон.
Либо гильдейский босс, которого сейчас нет. Так. Ну, однозначно она круче Берсваль. Тут даже спорить не буду. Так, смотрим. Да не, что-то... один, они застряли с медузами. Руинов шатает очень. Анубиса опять слили. Да ладно. Ну-ка ставим воодушевление. Блин, походу, судя по картине, все-таки воодушевление проигрывает. Очень странно. Не сливаем никак Анубиса вообще. Я же говорю, сколько я бегал, я Анубиса не сливал ни разу с воодушевлением. Возможно, попадает, ну хотя вряд ли, причем тут кулдаун, но все равно бафы налаживаются плюс-минус одинаково. Так, ну-ка давайте. Да нет. Сразу заметно, смотрите, насколько урона тут. Тут просто больше урона намного. И опять мы слили Анубиса. Да, мы опять Анубиса слили. Честно говоря, в замешательстве. Ладно, последний раз тестируем. Судя по всему, нахрен воодушевление. Качаем, качаем исцеление тыкви. Ну, я ничего не могу сказать, это жесть просто. Что не обнова, то перекачиваем таланты. Последний тест на подземке, идем на архидемона, там уже точно будет видно. Ну, по-моему, убивает быстрее, значит и разгон быстрее получается. Смотрите, просто сносит нахрен все. Ну не знаю, честно говоря, я в шоке.
Смотрите, как они забегают. Ну, блин, фиг его знает. Не думаю, что это совпадение. Опять сняли с Лили Анубиса. Значит, все-таки да. Так, хорошо. Побежали, значит, сюда. Оставляем все так, как есть у нас. Будем танковать нашей Фрей. Так, давайте первый тест будет. Сейчас я все-таки пересмотрю все-таки их. Первый тест будет с воодушевлением. И давайте уберем отсюда Ремку. Так, Бигфут, Ремк, Хранитель. Так, кто там у нас на Архидемона? Так, тыква собрана, собран. Ворожай, повелитель бури. Так. Пусть будет лед. Тая. Давайте на Фрей тоже поставим психощит. Он у нас есть. Так, раз, два, ворожай собран, три, тыква собрана, четыре, Бигфут, пять, повелитель бури, шесть. Поставим Джерри, так чтобы не попадали. Все, побежали тестить. Давайте первый заходик. Начиная с Фрей, всех выпускаем. Так, повелителя бури у нас снесли. Ну, как-то такой себе разгон. Я бы не сказал, что особо крутой получился. Видите? Как так слили. Да, к сожалению, тут тоже особо не протестишь героя на максималке. На основе бы выбить. Но на основе, как вы знаете, у нас хрен что падает нормально. Надо будет смотреть в акциях его. Ладно. Давайте теперь исцеление проверим. Мы вчера бегали с воодушевлением. Вроде так неплохо. Ну-ка, исцеление. Не знаю, я честно говорю, в замешательстве теперь. Что делать дальше? Я бы не сказал, что разгон быстрее.
ворожей отхил. Но урон вроде ничего такой для моих героев. Фиг его знает. Опять слили этого. Но судя по всему, как мы быстро набиваем, вот сейчас набираем, реально он намного быстрее разгоняет. Что-то урон какой-то не маленький. Серьезный урон. Смотрите, как он хреначит. Судя по всему, ребят, реально имбовый талант для тыквы. Даже при таком раскладе, смотрите, как он быстро набивается урон. И какой урон вообще проходит герои, не прокачанные в топ. Охренеть. Я в шоке. А что будет, если они будут второй эволюции? Повелитель бури, я тут вообще без эволюции. Я, честно говоря, в шоке с этой тыквы. Судя по всему, можно таким составом и 2 миллиона нафигачить. Конечно, мы не войдем в топ, но 2 миллиона набивать на архидемоне свободно можно. Это архидемон урон по зоне. Мы побили свой рекорд 787. Странно, очень странно. Ну, не знаю. Честно, не знаю. В замешательстве просто, что лучше. Но судя по подземке, тащит. Судя по архидемону, тоже вроде все круто. Но опять же, это надо смотреть на максималке, как мы будем набирать энергию. Ну а так, вроде и топ. Пишите комменты, я не знаю, пишите, где еще потестируем. Будем дальше тестировать. Хотелось бы на гильдейском боссе, придется на гильдейского босса ловить время и идти и смотреть, что у нас получится. Все. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.